Добрый день, веселая минутка. С вами Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru. Я выращиваю свои семена и продаю их. Сейчас у нас 20 сентября. Я убираю ранний сорт кукурузы. Называется ранняя пташка. Ранняя пташка, она не очень крупная кукуруза, но она очень с большим содержанием каротина. То есть, мне хотелось найти такой сорт кукурузы, который был вот прям бы чем-то особенным выделялся. Смотрите, какая она оранжевая прям. Так, может, не видно? Так вот на солнце вот. Ярко-ярко-оранжевая. То есть вот этого провитамина А в ней очень большое количество. Ну, естественно, это старинный чистый сорт, родом из Канады. Канадский сорт. Ну и достаточно урожайный для такого выращивания, как на приусадебных участках. Вот мы всю вторую половину лета кушали ее. Вот, варили. Ой, спасибо. Вот, варили ее, и она прям, смотрите, какая набивная вся, ярко-ярко-оранжевая, сладкая. Вот, а сейчас это на хранение мамалыга, у нас есть мельница, мы ее молим и делаем мамалыгу вкусную, каша такая, мамалыга. Вот, вот такая она. Кукуруза, ранняя пташка. Шикарная. И она, видите, насколько ранняя, то есть она не просто созрела, она прям вот на кусту уже прям высохла, видите? То есть все сухие. То есть настоящая хорошая очень зрелость. Вот такая у нас северная ранняя пташка. Обычно, конечно, на зерно у нас кукуруза в Подмосковье не вызревает. А это прям вот, видите, даже на корню. Эй, давай, открывайся. Даже высохла на корню. Смотрите, какая красавица. Вот такая вот. Всем советую этот сорт. Я считаю, что лучше и по витаминам, и по всем-всем-всем параметрам. Все, спасибо, с вами был Дмитрий Гусев. Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена. Все ссылки внизу, в комментарии, в первом закрепленном будет. Ну и делитесь видео, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на Телеграм, ВКонтакте, тоже все ссылки внизу. Спасибо.